Ежегодно скульптуры Архангела Михаила совершаются водосвятные молебны. Один из них традиционно проводится клириками Михайловских благочиний на День города. Нынешний, слава Богу, не стал исключением. Сегодня молебен у скульптуры иконы предводителя небесных сил возглавил благочинный 2-го Михайловского округа протоиерей Сергий Зенкин. Он и поздравил всех богомольцев с Днем города. Пожелал процветания родному городу и району. Желаю вам Божьей помощи, чтобы у вас была всегда любовь друг к другу, делали побольше добрых дел и старались в своих семьях, чтобы был мир. Также хочу пожелать главе Михайловского района и его коллективу Евгению Владимировичу за его труды, что город Михайлов и Михайловский район преображается, все решается, все трудные вопросы, и город приукрашается и радует жителей Михайловского района и также гостей, кто приезжает здесь посетить. Обратился со словами приветствия и поздравлений глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров. Здоровья, как духовного, так и физического. Почему? Потому что крепче и дороже того, что есть у нас здоровье, ничего нет. И, конечно же, здесь отцы стоят и скажут, а как же вера? Здоровья хорошего без веры не бывает, поэтому мы знаем это. Вера в любовь, вера в помощь друг другу, вера в сострадание друг другу. Мы живем одной семьей, семьей нашего города Михайлова, Михайловского района. Ну и как положено в семье, мы должны любить друг друга, помогать друг другу, сострадать друг другу и никоим образом не осуждать. Если человек попал в беду, протяните руку. Если человеку горестно, утешьте. Если радостно, то тоже нужно уметь порадоваться с ним заодно. Я очень надеюсь, что наш город Михайлов и район будет цвести добрыми людьми, добрыми делами, добрыми содеянными делами, так, чтобы горестно друг на друга нам не глядеть, а наоборот радостно. Поэтому с праздником всех, здоровья, добра, счастья, ну и Господь со всеми нами, и архистратих Михаил, который закрывает нас от всего плохого своими крылами. Дай Бог, чтобы закрывал дальше. С праздником, дорогие мои! Спасибо. Ананас, пожалуйста. Ой, как хорошо. Где предстоящих и молящихся и всех православных христиан. Отрадно, что сейчас вот, в наше время, сегодняшние вот такие вот времена, что власть и церковь стали вот так вот все воедино. И молитва идет общая за наш православный народ, за тех людей, которые... Сами знаете, что на Украине происходит. Мы каждую литургию молимся, возносим молитвы за наших собратьев. На Украине тоже душа обливается кровью, смотря на это все, что в церквях происходит. Очень жалко. Вот. И молитвы возносим, конечно, обязательно. Это наш праздник, день города. Я сам Михайловский. Вырос, родился в Михайлове. Бегал по этим улочкам. По этой горке на санках катался, с этой горки.
И вот сейчас смотреть на это все. Здесь деревья были, все это такой был заросший. Помните, как все это было? Да. И сейчас вот смотреть, вот все это просто как яичко пасхальное. Все это светится, сверкает, деревья благоухают. Вот недавно свадьба у нас была старшего сына, я женился. Вот они молодые сюда подходили к деревцу. То есть есть куда молодежь. Да, молодежь пойти. Вот, пап, мы пойдем вот замочек повесим, я говорю. Жара невозможная, лето, июнь месяц был, 22 июня. Вот. Нет, говорит, пойдем все равно. Пойдем, да. Я говорю, что гости уж устали, жарко, я говорю. Нет, мы пойдем замочек вешать вот, на дерево любви, говорит, вот туда. Помолилась михайловцами о благополучии города и Михайловского района депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена Митина. Наталья Быстракова, Евгений Быстраков, Александр Каратаев. Специально для Михайлов ТВ.